Значит, когда был максимальный авторитет у Мичурина, его слова были высечены чуть ли не в мраморе. То есть, цитирую, подставка культурных сортов на хладостойкие подвои не увеличивает морозостойкость. И после этого в научных кругах было принято решение, вполне официальное. Во-первых, в Сибири, это 1938 год, прекратить и не заниматься больше абрикосами. Раз. А вообще в России как заниматься ими? Только скрещивание, морозостойкий плюс культурный, получается среднеарифметическое, выбираем лучшее и так до бесконечности. Самое интересное, что максимального успеха в этом добился именно Байкал в Сибири. Его абрикосы культурные, ну, вот такие, примерно вот такие вот. Вот как я показываю. 30-40 грамм. Да, даже 50. Они самые морозостойкие сейчас в мире. Я добиваюсь морозостойкости за счет прививок на хладостойкий подвой. Вот. А так как получается, кто мне должен верить? Я вас и привел сюда. Сейчас удивлю, как удивлю. Итак, две точки зрения. Мичурин продолжал, после этого отказался, не отказался от этих слов, потому что его важнейшее наблюдение, его важнейшее открытие – это насыщение ментором, в том числе и морозостойкостью. Вот. А вот эта фраза, она была уже высечена в мраморе. Ну, на самом деле, сейчас это уже даже в научных кругах опровергнуто. Нет еще. Потому что даже последние общения, допустим, с питомниководами, которые говорят о том, что да, действительно, прививка на морозостойкие подвои, она все-таки увеличивает зимостойкость. Зимостойкость – широкое понятие, четыре качества, но мы в Сибири. Тем не менее, мы в Сибири, нам морозостойкость важна, нам же еще нужна зимостойкость. У нас зима-то совершенно нестабильная. У нас зима все-таки постабильнее, чем в Питере. Но тем не менее, у нас все равно, я, допустим, по своей области, по Кемеровской могу сказать, в прошлом году морозов практически не было. В этом году мягкая зима, 20 градусов, вымерзли яблони. Ну, насчет вымерзли у меня свои. Погибли просто-напросто. Погибли, но не вымерзли. Погибли многие косточки, вишня практически вся ушла, но та, что осталась, дает гигантский урожай в этом году. То есть, действительно, вот это ваше утверждение про то, что подвой увеличивает. При определенных условиях. Да. Какие условия должны быть? Давайте пример конкретный, что я не болтун. Итак. Однажды, 22 года назад, я был последний раз на Украине. Я привез черенки, и здесь у меня есть несколько выдающихся сортов. Они даже еще не имеют своего имени, так? Вот. Но один из них, самый скромный, самый безобидный, это прямо с улицы, жердель. Та самая, которая бывает десятки километров вдоль трасс. Вот оттуда я взял, привез черенок. Чего я добивался? Секундочку, вы в кадре. Вот, чего я добивался. Она фактически, это жердель, там настолько обыденно, но у нее есть качество, конечно, морозостойкость не та. Куда ее в Сибирь? Куда ее в Сибирь? Только привить, так? На что привить? На манжурский абрикос, самый морозостойкий в мире. Теперь этот... То есть эта жердель привита на манжурский абрикос? Да. Они так пришли друг к другу. Это же не первый. Уже было 23 ведра, было уже предпоследний рекорд. Сегодня будет последний с вашей помощью регистрироваться. И получается так. Идеальная совместимость с первого, это редко бывает. Вот тут Мичурин прав. У него было много неудач, привает, мерзнет, считается мерзнет. А это предпоследняя, то есть зима была 40-градусная, это последняя была минус 32. Смешная самая зима была, теплая последний год. А предпоследняя 40. Вот. И в эти 40 градусов все равно на нем плавили. А о том, чтобы замерзнуть, хоть одну веточку подморозить, и речи нет. Это подвой. Просто я выиграл лотерею. Это как, знаете, кто-то Волгу, кто-то миллион рублей. А я выиграл вот это. И у него качество, я сейчас закончу, у жердели-то в этой. Это Херсонская область. Так? Это Береславский район. Это значит, что какие там зимы? Я там несколько зим провел отпуска, летом не давали. Неделя дождь,
Потом неделя этот высыхает, эта почва. Влага стоит в воздухе. Мокрый, натягивает туман с этого, там, этот, как наша плотина, и там Каховская ГЭС. Натягивает туман. И так вся зима. И я думаю, ну сейчас они проснутся, ну сейчас они потом замерзнут. Ну, морозы бывают и 20, и 30. Ничего им не делается. Несколько лет наблюдал, а потом взял эту веточку. И теперь у нас в Сибири, я как сказал, у нас в Сибири, это вас касается. Мы же с вами в каком плане соседи? По широте, между нами горы. 50 километров всего. Ага, не всего, зато по широте мы рядом. Просто денег жалеет дорогу прямую сделать. Вот. Не будь сказано об этом. И вот получается вот этот пример, перенос южанина на север. И абсолютная удача. Мало того, что удача. У него же есть конкуренты. Посмотрите туда. Вот. Вон туда, вон туда, вон туда, вон туда. Вот. На них где-то по 10-20. Ну, это, вот на этом дереве, вот которое прямо за вашей спиной. Это культурное дерево, это Артем. На нем был рекорд 25 ведер. Но уже плоды покрупнее. А это культурные. Угу. А этот не считается культурным. А вы попробуйте его. Вкусный, именно очень вкусный. Валерий Константинович, почему абрикосы нужно собирать с земли, а не с дерева рвать? Так, во-первых, с дерева тоже можно рвать, нужно. У нас как? Вкусные. Это будут косточки на продажу и на выращивание по всей России. Угу. Почему? Мы потом сядем за стол, там стоят вазы, я скажу, а это именно вот этот, самый скромный. Но он, кстати, вкусный. Вот. Не самый сладкий, но самый вкусный, это многие вот признали. С пикантной горчинкой. Да, да, да. Вот я, допустим, не люблю приторно-сладкий, мне нужна, чтобы была какая-то вот и нотка. И при том запах есть. Да. А теперь представим себе, что делается. Вы же не зря сказали про зимостойкость. Ну, лекцию читать не будем. Зимостойкость один из четырех компонентов зимостойкости. А вот зимние оттепели, и все, урожая нет. А если еще после зимних оттепели еще мороз покрепче, уже и дерева нет. И это касается прежде всего северо-запада. Питер, Псковская область, Калининградская область, Карелия и все, что вокруг. Эстония, Латвия, Литва. У меня там друзья, там мои саженцы растут. Вот. Все это означает, все это, что у них, допустим, часть моих сортов не пойдут. Вот так и будет. Ой, посадил, он взял. Нет, не замерз, а сгнил. Но сырости это, боятся. Это а вот это... Это нормально. А это для них. Вот это для них как раз. Что-то может пойти, что-то может не пойти. Нет, ну тут уже точно это проверено. Олег Константинович, но мы приехали сюда, в том числе... Идемте. Приехали к вам в том числе ради рекорда. Итак, предполагаем, что здесь будет не менее 20 ведер. Здесь, посмотрите вверх и увидите, что здесь будет не менее 50 ведер. Даже не менее 50. Ведра уже приготовили? Ведра? Команда к сбору готова? Нет. Да. А где? А, вы вон там, а я думал, тут будете. Покажите эту команду. Вот. Ведра приготовили? Ага. Так. Урожая готово. Мы сколько им времени даем? А дело в том, что это очень долго. Я предлагаю так. Они заполняют раз, два, нет, 10 ведер. Просто скажите, сколько времени. И мы посмотрим. Вот они соберут здесь все. Я не знаю, сколько. Час, два. Меньше двух. Мы за это время еще раз подойдем. Нас позовут. 10 ведер будет готово. И мы посмотрим, какую часть мы сняли. Взяли. И можно будет, потому что вы уедете, а они еще не упали. Смотрите, что делается. Такое впечатление, что еще и не собирается падать. Нагрузка плодами, да. Да. Великолепная. Валерий Константинович. Но мы начнем при вас, чтобы видели, что какую часть. Что это действительно будет и 40, и 50 ведер. Мы по ходу подснимем.